Главное в этом приеме фиксировать кисть. Как задержать преступника, юным зрителям, воспитанникам Куйбышевского центра наглядно демонстрируют бойцы спецназа. Сегодня у детей, оставшихся без попечения родителей, настоящий патриотический праздник. В гостях у них отдел специального назначения «Легион». Азы самообороны пробовали освоить абсолютно все. От двухлетнего малыша до 18-летнего выпускника. Это невероятные эмоции. Всегда, когда к нам приезжают с подобными мероприятиями, это несет за собой определенный заряд энергии. Так же, как сегодня, нам показали классные действия, спецназ, как защищаться, методы самообороны. С детьми полезны любые мероприятия, особенно те, которые воспитывают в них правопорядочный образ жизни. Это те мероприятия, которые воспитывают в них патриотизм, спорт. Кинологи, их верные напарники, четвероногие друзья. Еще один подарок детям. Воспитанники своими глазами увидели, как овчарки ищут запрещенные вещества и в считанные секунды задерживают преступников. Действительно, они увидели здесь настоящих мужчин, спецназовцев. Теперь они будут рисовать их на своих картинках. Многие выберут их как своих личных героев, как кумиров. Им есть теперь на кого равняться. В Куйбышевском центре 33 воспитанника. И каждый из них столкнулся с равнодушием со стороны родных. И потому в подобных мероприятиях такие ребята нуждаются особенно. Но кроме профориентации, практические мастер-классы вызывают массу положительных эмоций. А они для детей не менее важны. Валентина Аскерова, «День с толком».